Нахожусь уже месяц. И никто... А есть, которые вот находятся? Все-таки есть уже. Значит, короче, чувак сидел в тюрьме. У него была не очень хорошая жизнь. И с дочерью не общался. И ему написала дочь. Она, оказывается, удачно вышла замуж, родился внук. И она говорит, и он говорит, я хочу вернуться домой из тюрьмы с чистым листом, как будто я никогда не сидел. Путин же сказал, что ему даст чистый лист, что как будто все хорошо. И он пошел убивать других людей, чтобы сделать себе чистый лист. И когда его ранило под Харьковом, под Харьковом лежал в военном госпитале, и украинский хирург вынул из его головы осколок. Сразу тоже минометы начали бахать там. Нацист, наверное, вынул.